танком на груди человек по имени Евгений Изгодов. Он правильно обращает диез и бемоли на флейте, на гитаре и в группе пчелобен. На гитаре подстраивает ее на очень электронном приборе. Ты не забывай, что там керосин нужно вливать, чтобы работал прибор, да. На гитаре играет Сергей Демченко. Должен вам признаться, этого человека, да, во-первых, поаплодируем ему, да. Сергей Демченко, иммигрант, практически иммигрант, играет в ансамбле «Иммигрантос». Играет еще в «Небесной канцелярии», у него там блат, поэтому если у кого-то проблемы, записывайтесь, он обязательно подсобит. Фантастический человек, потому что за 3 дня выучил 15 моих песен. И раньше я думал, что они очень простые, но парень, который в оркестре Осипова работает, который сказал, это легко, мы сделаем 3 вещи, он стал записывать гармонию, потом на 3 вещи свернул листки, сказал, отдыхай и ушел. Вот, поэтому, да, вот Сережа Демченко, ну, тональности отличает, но за 3 дня выучил. Спасибо огромное, Сергей Демченко. Дмитрий Кирсанов играет на перкуссии. Можно сказать, что это отдельная история, потому что сегодня Дмитрий Кирсанов и Сергей Демченко увидели друг друга впервые. Да. До этого они один из них смотрел мне в левый глаз, а второй в правое ухо дышал. Полюбили взахлёб сразу. Они поняли, что не пойдут в оркестр Осипова укращать диезы. Связующее звено нашего Че Гевары, Мао Цзэдуна и Чака Норриса, да, это человек, которого зовут Дэн Шильников. Это волшебный человек, с которым, когда мы ныряем с ним с высоты 18 метров в морскую воду, он берет с собой губную гармонику и спрашивает меня, в какой тональности ныряем. Приблизительно вот так это все происходит. Вот, и он отлично себя чувствует в любой тональности. Меня зовут Олег Пчелап, это называется Пчела Бенд. Я очень рад всем, спасибо вам. Спасибо. Вас оповестят, когда у нас будут следующие волшебные гербарии Федерации Слух. Мы исполним в заключении песню, которая по недомыслию играет то группа «Картуши» Дмитрий Певцов, то группа «Оптимальный вариант». В принципе, ее должна играть группа «Пчела Бенд». Ну, песня называется «Скорый поезд Москва-Нью-Йорк». Этой песней обычно заканчиваются все похороны и свадьбы. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк, не прибудет срок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк, не прибудет срок. На Нью-Йоркском вокзале в Москве качу, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк, не прибудет срок. Госдепартамент и конгрессмены ждут протестную ноту соль. Госдепартамент во всем чует измену и вертолетову соль. Люди в серых плащах и из могучих спецслужб спешно меняют пароль. Выходит госдепартамент, напрасно старался, когда наколол блэк-соль. Автоматический скорый гудит меж полей и земляничных полян. Автоматический скорый тащит сам по себе мимо цыган и селян. Кто-то в тамбуре курит, кто-то смотрит в окно, кто-то с пьяно разбирает стоп-кран. А машинист Василий бросил топку угля и пошел гудеть в вагон ресторан. Чак Норрис среди встречающих в Нью-Йорке скандал с поводу, она рожает смысл жизни. Уже отходят годы, но смысла не было и нет. Все держатся за залевый бог. Поезд из Москвы в Нью-Йорк не прибудет в срок, мой бог. Что делать с статуей свободы? Что делать? Акустический проект, но
скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. На Нью-Йоркском вокзале в Москве хочу, на Московском Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк уехал в город, там жок.